Итак, мы выращиваем свою домашнюю кукурузку. Семена у нас очень-очень старые. Достались мне еще от моих родителей, от моих сестер. Здесь у нас такое хорошее место, где она растет. Очень хорошая земля. Потому что здесь складывались пищевые отходы, все биоотходы. И земля, по сути дела, сплошной гумус. Вот единственное, чего не хватило нашей кукурузе в этом году, это поливов. Не сильно-то я ее поливала, а были прям периоды довольно-таки засушливые. Кукуруза это чем хороша? Тем, что на сегодняшний день она, в отличие от других кукуруз, надежная. То есть никакой генной модификации в пору еще 50-х-60-х годов не было. Она, конечно, не крупная. Сейчас попробую ее открыть, показать. Она не такая большая, как современные кочаны. Тем оно и радостно, что она зато настоящая. Вот открыла я ее. Некоторые кочанчики темно-вишневые, некоторые кочанчики вот такие вот желто-оранжевые, они сейчас уже наливаются, и уже пора варить и кушать. Но кроме того, что мы ее просто варим свежую, очень любим и понимаем, что это здоровый продукт, мы сохраняем эти семена год из года, пересеваем. Кроме этого, мы еще ее шелушим и зимой на кофемолке делаем свою такую сечку или прям превращаем в муку, добавляем питательную муку и в хлеба, и в другую выпечку. Вот. А как у вас обстоят дела с кукурузкой? Были такие моменты, когда мы в одноклассниках выставляли свою кукурузку, говорили, что это старинный сорт, даже просили нас с Москвы, из других городов прислать. Я отправляла некоторым людям семена этой кукурузки. Ну что, хороша? Хороша. Вот такие хорошие кочанчики. Можно будет сейчас набрать, отварить и полакомиться 1-й августовской для Кузбасса кукурузкой.